Привет, друзья! Это Лисан Садыкова, гид Бордо. Сегодня у меня винный тур Медок, и мы приехали в шато Бранер Дю Крю в апелляцион Сан-Жюльен. Здесь в Медоке удивительные вина, они настолько элегантные, концентрированные, очень глубокие, хранятся они, могут до 20-30 лет. Вот здесь со мной такие красивые бочки, полный вин 18-19 года, они вызревают, а потом их разливают по бутылкам. И сейчас мы отправляемся на дегустацию вина. Если вас вдохновляет дегустация, если вам нравятся элегантные бордоские вина, то я приглашаю вас присоединиться на мой тур винные в Медоке. Я буду очень рада показать вам либо шато Бранер Дю Крю, либо еще здесь их 800 разных, только в одном Медоке. Так что надеюсь, до скорых встреч. Пока!